Так выглядят сменные блинчики для секвентала. Как-то у меня с моим другом Ильей был дебат. Ну, не только был, но и есть. На тему того, чем отличаются машины старой постройки от новой. Вот просто банальный пример, казалось бы. 2 сантиметра термоленты на сторону. Ну, палец. Прям с раннера, да, срезаны. То есть сейчас бы отлично сделали хитшилд в том же левеле. Все бы это заняло мизер места и работало бы. Вот представьте, 2 сантиметра на сторону на раннере. На сторону. 2 сантиметра. Вот, чтобы было получше понятно. Ну и вот когда это все дело давным-давно было замотано, потом это все дело превратилось в такую глазурь, которая вот между раннерами, да, зазора здесь нету. Чтобы понятно было, вот это вытащить отсюда. Сырян, я как бы один. Я эту монтировочкой надавлю. Это вытащить невозможно. Более того, когда вот это вот все тут нагревается везде, между раннерами зазора нету. Тут я вытаскивал. Там просто отсутствует везде зазор. Это все дело раскаляется, друг на друга давит и раннеры раздавливает в разные стороны. То есть вот такая вот штука. Когда-то зазор был, теперь его уже нет.